Как? Почему? Нет, вы мне объясните. Я же просто ссу им в уши. Я несу полнейший бред, все, что придет мне в голову, а они мне верят и улыбаются. Улыбаются. Ну чего? Ты удобно, а? Класс, сиденье. Ну ты поудобнее сядь, что ты как не родной. Уровень. Класс, удобная тачка, а? Руль, пощупай, он же кожаный. Да пощупай, ты тоже пощупай. Прям мните ее, кнопочки, руль, смотри, какой приятный. Чувствуешь, да? Панель, пощупайте, она же мягкая. Как делают такой пластик, увидите, мягкий. Это не китайский ширпотреб. А, класс, да? А климат-контроль здесь двухзонный? Конечно, двухзонный, друг, это же бизнес-класс. Здесь двухзонный климат тебе и твоей жене. Кондиционер работает? Конечно, работает, ну что за вопросы? Ну ты же в курсе, да? Что? Ну, кондей, его же раз в год заправлять надо. Ну, как колеса ты подкачиваешь? А, ну да, конечно. Ну вот, заправишь и будет работать. Бизнес-класс. Бизнес-класс, не солярис тебе, блин. Я после ДТП даже радиатор не ставил. Канди здесь никогда работать не будет. Ксенон, датчик света, дождя. Полный фарш вообще. А? Скажите, она в родном окрасе? Конечно, в родном! Ты что, ты посмотри, шагрень какая! Нагнись, посмотри, смотри, какая шагрень! А блестит как! Я по 8 тысяч трачу, чтобы ее воском покрывать после каждой мойки! Да эта машина, блин, зимы не видел! Я на ней только в магазин по выходным езжу! В родном окрасе езжу! Что за вопросы? Ты на зазоры посмотри! Зазоры смотри! Она слеплена из говна и шпаклевки после тотала. На ней живого места нету! Слышь, да иди сюда. Послушай. Слышь, шепчет. Что шепчет? Мотор шепчет. Голосок-то какой. Просто песня. Вдруг обожжешься. Мотор-то, может, и шепчет. А вот коробка после ДТП с трещиной. В ней масла нет. Машина не на ходу. Кстати, аккумулятор новый. Они все время улыбаются. Все время. Что бы я ни говорил, все время улыбаются. Что бы ни произошло. Ребята, а багажник здесь, блин, просто огромный. Там людей возить можно. А что это? Как что? Труп в мешке? Да ладно, я шучу. Я друзей так разыгрываю. Видели бы свои лица. Нет, вы скажите, как можно быть такими дебилами, а? Мы берем эту машину. Красава, мужик! Поздравляю! Дорогая, я люблю тебя.